Всем привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня у меня для вас замечательная идея вкуснейшего обеда или ужина, который можно приготовить всего лишь за 15 минут. Так что оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого рецепта мне понадобится 300 грамм пасты, выбирайте из твердых сортов пшеницы, также понадобится 2 молодых кабачка, 170 грамм консервированного тунца, немного натертого пармезана, это по желанию, с ним, конечно же, вкуснее, соль, черный молотый перец, 2 зубчика чеснока и растительное масло. Эта паста готовится очень быстро, поэтому я все сразу подготовлю. Чеснок я нарезаю вот такими вот пластинками. А кабачок натираю на терке. Если у вас нет такой терки, как у меня, для моркови по-корейски, то можно просто натереть на крупной терке. Вот столько у меня получилось. Воду для пасты я солю. На разогретую сковороду наливаю немного масла и обжариваю чеснок. Как только чеснок стал золотистым, я его вынимаю. Он мне больше не понадобится. Выкладываю кабачки и тушу их под крышкой 5-7 минут. В кипящую воду добавляю пасту и варю ее до готовности аль денте. Кабачки я периодически перемешиваю. Добавляю к кабачкам тунец, немного черного молотого перца и немножко соли. Все перемешиваю. И готовлю еще 5-6 минут под крышкой. Далее добавляю готовую пасту. Все перемешиваю. И для большей кремовости я добавляю немножечко жидкости, в которой варилась паста. Тогда паста будет очень сочная, как будто бы в соусе. Готовлю буквально еще пару минут и выключаю. Готовую пасту выкладываю на тарелки. И сверху посыпаю натертым пармезаном. Это очень вкусно. И вот такая вкуснейшая паста с кабачками и тунцом у меня получилась. И все это буквально за 15 минут. Очень просто, быстро, легко, а самое главное, это очень и очень вкусно. Такое полноценное блюдо выручит вас всегда, когда вы устали или не знаете, что приготовить. Это блюдо получается нежирное, сытное и очень аппетитное. И такую пасту сможет приготовить каждый. От всей души рекомендую вам этот рецепт. Готовьте с любовью, радуйте себя и своих близких. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока!